Всего один месяц. Анна Киреева и Илья Иванов на льду катаются как пара. Ребята уже выучили несколько программ и сейчас отрабатывают качество. Просто чисто катать программу. Пока что. Да. Отработка программы, выучить элементы, чтобы их спокойно делать. Потому что без элементов никуда. Недавно сформированные пары. Вторая группа юниоров Пермской краевой федерации фигурного катания на коньках тренируются на ледовой площадке спортивного комплекса «Ледовый». На спортсменов возлагают большую надежду. Скажем так, это наша надежда, да, наше будущее. Здесь у нас тренируются порядка 5-6 пар. То есть сейчас вот еще шестую пару сделали. Подготовка у ребят серьезная. Практически каждый день по 2 тренировки. По словам профессионалов, взрастить хорошую пару сложнее, чем фигуриста-одиночника. Партнеры должны добиться слаженности движений, оставляющих впечатление полного единства. Ну и взаимоотношения, взаимопонимание в паре без него невозможно, потому что они все равно чувствуют друг друга, они вместе находятся очень много времени. Сначала доверие, потом химия, и потом уже как бы все будет показываться и переходить в результат. Некоторые недавно сформированные пары юниоров уже показывают хорошие результаты. Сейчас их ждут соревнования в Пермском крае, после выступления на которых они, возможно, поедут на 5-й этап Кубка России в Москву. Валерия Ермакова, Евгений Гилев, Ветта 24.